Меня зовут Сласников Никита, Александр Сергеевич Пушкин, Анчар. В пустыне, чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и землю мертвую ветвень, и корнем яд напоила. Яд капал сквозь его кору, и к полню растопясь от зною, и застывая вечеру густой, прозрачную к смолою. К нему птица не летит, и тигр не идет, лишь черный вихрь налетит на древо смерти, мчится прочь уже тлетворный. И если туча оросит ближайший лист его дремучий, с ветвей уж ядовит, стекает дождь, песок горючий. Но человека человек послал к Анчару властным взглядом, и тот, послушав, в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу до ветви с увязшими листами, и пот под бледному челу стекает хладными ручами. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыке, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы, и с ними гибель разослал соседям чуждые пределы.